накапливается в иле, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бессонные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития молодых моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента не использовала, и напротив, по темпам роста, превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Опытные плотва показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов.
Yeah.
Артём, видим тебя. Молодцом. Давай сразу ко мне. Караван торговцев прибыл. Вот это да! А я в вас сразу увидел потенциал. Еще дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Ах, хороша! Сразу видно, холили или... Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Мы тут заждались уже все. Аня сильно переживала. А я ей говорю, Святослав Константинович его не зря посылает на самые трудные задания. Доверяет! Артём, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Артём, поднимайся быстрее. Привет, Артём. Давай, давай. Батя ждет. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... Дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же... спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Пришел отдохнуть? Хорошо. Но долго не задерживайся. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак, к твоим услугам.
Артём, верстак сейчас не занят, так что если нужно припасов на химическое оружие, если надо отдохнуть, давай, но постарайся поскорее. В порту тебя ждут. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха! Круто, спасибо! Спасибо вам. Спасибо. Ты, Артём, на вружушку нашу посмотри. Снова работает. Да, без креста я бы долго с ней возился. Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, не пора. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту.